Всем привет, добрый день или даже доброе утро. Сегодня с утра пораньше я решил направиться в парк Нунгнуч, который находится 15-20 минут езды от центральной части Паттайи. И на данный момент я нахожусь в мире орхидей, где выставлены различные виды орхидей. На самом деле в мире более 2000 видов, и каждый цветок имеет свой определенный специфический запах. Несколько сотен лет назад эти цветы можно было достать только в густых джунглях, куда люди направлялись специально для того, чтобы их добыть, привезти своим правителям, королям, естественно, на этом заработать деньги. И в связи с этим очень много людей, естественно, погибало, когда направлялись в джунгли из-за укусов различных насекомых и так далее. Но и позже люди научились их выращивать у себя дома, в своих цветочных парках и так далее. Обратите внимание, цветку даже земля не нужна. Самое главное – это воздух, а именно влажный воздух. Немножко ниже я вам на данный момент могу сейчас показать именно фигурки с глиняных горшочков. Тоже прекрасная красота. Тоже находится именно при въезде в парк Нунгнуч. И обязательно вам советую это местечко посетить и записать ваш план. Ну что ж, ребят, тогда до связи. Теперь я вам, и немножко позже я вам покажу другие интересные места, а именно в этом же самом парке. Всем пока-пока и до связи!